На повестке у нас один вопрос о прекращении полномочий председателя Назаровского районного совета депутатов Кучинской Натальи Ивановны. По данному вопросу хочу пояснить. Все в курсе происходящих событий связаны с моей деятельностью как председателя районного совета депутатов. Я признаю, что я нарушила закон о противодействии коррупции на основании представлений прокуратуры. Я решила подать заявление о прекращении своих полномочий как председателя районного совета депутатов. По собственному желанию я написала заявление. Прошу это заявление рассмотреть и удовлетворить. Заявление я написала с 1 апреля 2021 года. Но точно знаю, что ту деятельность, которую я осуществляла, коррупциогеном точно назвать нельзя. Да, я работала сторожем, и ничего я там не украла, не взяла взятку. Я честно зарабатывала свою зарплату. Я это делала на благо своей семьи и своих детей. Хотелось бы услышать представление прокуратуры, в чем оно выражается. Суть представления заключается в том, что депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью. Наталья Ивановна об этом прекрасно знала. У Натальи Ивановны уже был факт того, что она осуществляла оплачиваемую деятельность, будучи уже председателем Совета депутатов. Мы по этому поводу в октябре вносили представление. На тот момент она с должности директора школы ушла, но о том, что она работает сторожем, на тот момент нам известно не было. Она тоже нас в известность об этом не поставила. В принципе, она уже понимала о том, что она не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью, но вместе с тем она продолжала это делать. Поэтому по вот этому факту мы внесли представление. Ссылки на соответствующие статьи и законы. Есть представление, вы можете с ними ознакомиться. Нет, как представление звучит? Освободить от должности председателя или от депутатских полномочий вообще? Ну, она является депутатом и одновременно председателем. Соответственно, она как бы в том числе, я думаю, что и должна сложить в себя полномочия депутата. Можно вот здесь вопрос? Как председатель я нарушила закон? Как депутат? Какой закон я нарушила вот здесь? Давайте это отдельно обсудим, да? Мы сейчас же обсуждаем не представление, да, а обсуждаем вопрос о снятии полномочий. Ну, поэтому после того, как вы примете решение, мы дадим оценку его законности. Кто за то, чтобы прекратить полномочия председателя Назаровского районного совета депутатов Кучинской Натальи Ивановны с 1 апреля 2021 года? Прошу голосовать. Кто за данное предложение? Кто за? Против? Воздержавшиеся? Спасибо большое. На повестке дня был один единственный вопрос, но хочу сказать, что полномочия по ведению председателя Назаровского районного совета депутатов будет исполнять мой заместитель Ирина Викторовна Жаронкина.